Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Георгий Славенко, и вы на канале «Сделал сам, поделись с народом». Я хочу полетать на своем Марк 4 5-дюймовом коптере, снова заснять же «Золотую осень», показать для сравнения, ну не то что для сравнения, а просто проверить для себя, как будет снимать вот таком не совсем солнечном дне и уже, можно сказать, в сумерках. Потому что мне все-таки показалось, что она снимает хуже, чем Runcam 5. Поменял я винты, поставил все винты новые. Будет косить, как будто шик-шик-шик, непонятно, что он там шикает нафиг, но как будто бы что-то где-то цепляет. Но проверил, нигде ничего не цепляет, нигде ничего не вываливается. Но почему-то вот такая ерундень происходит. Поэтому буду сейчас проверю еще и вот это. Пока еще осень золотая не покрылась тьмой. Полетели. Ну все. Спутник пошел. Включаю. Вороны какие-то каркают. А, это летят. Летят утки. И посоветую зрителей, подписчиков, не знаю, я все-таки убрал лишнюю информацию с экрана. Теперь у меня чисто фоксера нету. О, вот тихо-тихо-тихо шуршит, только в путь. Вот это мне не нравится. Так, 6 спутников. Я думаю, что достаточно пока. Так. Камера все пишет. Все пишет. Полетели. Но все равно есть. Что там такой подчеркивает? Что-то подчеркивает, а вот что хрен его знает? Куда ты показываешь? Да. А, у меня 25 ватт. Ватт или ватт? 200. Ну и 600. А вон же деревца, а я думаю, блин, что-то как будто бы, ну, слетаем мы на свой маршрут, по своему маршруту. Не буду потихонечку. И сравню. Ну и сами сравните, как он будет снимать. Имеется в виду Runcam и GoPro. А вот ловит. А вот ловит как-то вон спутники хуже, чем тот, который стоит у меня на синеупе. Там было 15, а здесь 8. Так там оно вообще стоит под чем? Под верхней пластиной. А здесь оно в открытом месте стоит. И вот вы что хотите, то и думайте. 10. Да, на 6 спутниках он показывает всякую ахинею. Ну, кстати, я убрал вот это лишнее. И, честно говоря, лучше стал. Но и то, как видите, здесь максимум 6, ну не 10.
как мне на синей лупе. Нет, этот летает не намного, не шустрее, чем 7-дюймовый на трех лопастях. 7-дюймовый на трех лопастях, может быть, конечно, не непривычно, но он летает как-то уж очень шустро. Ух ты, уже километр пролетел. На дальняк. У меня самый дальняк это вон до старого места полета и обратно. Вот это у меня дальняк. Не хочу я, потому что сейчас оно, как будто сверху трава кажется небольшая. А зараза упадет, замучаешься искать. А сейчас вечер, поэтому не желаю я пока. А вот что касается курсовой камеры, могу сказать, что Фоксер мне почему-то кажется хуже снимает, показывает, чем Рункан. Рункан все-таки лучше показывает. Не так кажется. Так, уже 8 минут летает. Ну так, а что, ток 5. Конечно, ну 7 максимум. А синеву тот жрет нафиг, как лошадь. Так, low battery. Ну да, 3.6 у меня настроено, поэтому у меня и low battery. Ладно, все, опа. Будем прилетать как кирпич на фигуре. Ну, нормально. Приземлился. Итак, ни разу не упал. Правда, при приземлении как кирпич рухнул. Ну, это, как говорится, уже 10-й вопрос. Ну, а что касается полета. Значит, первое. Винты. Все равно какой-то непонятный звук есть, вот этот шик-шик-шик, что за шик, непонятно, при оборотах. Так, в принципе, при малых оборотах ничего нету. Следующее, GPS все-таки, я не знаю, одинаковый GPS, что здесь, что на синей лупе, здесь спутники ловят хуже. Если тот сразу что-то 15 спутников поймал, то это всего-навсего каких-то 10 спутников, ну, может, чуть больше, я что-то не заметил. Дальше, аккумулятор. Да, потребление тока на данном квадрокоптере намного меньше, чем на том же синевупе. Ну, естественно, он и летает чуть дольше. Ну, имеется в виду при полете, так, синематиковском режиме. Ну, мне, в принципе, для этого и надо. Если надо будет флип-ролл закрутить, ну, это не является для меня, кажется, самоцелью. Ну, может, когда-нибудь и соображу, но пока у меня руки не стоят.
Ладненько, на этом буду заканчивать. С вами был Георгий Славянко, вы на канале «Сделал сам, поделись народом». Так что не забудьте подписаться на мой канал, поставить палец вверх-вниз, комментарий. И жду на своих каналах. Всем мира, добра, здоровья. До новых встреч.